Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре сабвуферный динамик от израильской компании Marel, моделька Prima 104. Размер динамика 10 дюймов или 25 сантиметров. И давайте посмотрим его комплектацию. В комплекте у нас идет такая вот брошюрка, это идут спецификации данного сабвуферного динамика. И сам динамик. Вот такой вот плана. Сопротивление здесь в данном динамике 4 Ома. Чувствительность 90 дБ. Подключается с помощью двух коннекторов пружинных, вот таких вот. Магнит идет ферритовый. Корзина литая из стали. Материал диффузора ламинированная бумага. Вот так это все выглядит. По мощности номинальная мощность 250 ватт, пиковая 500, посадочная глубина 13 сантиметров. При покупке данного сабвуферного динамика нужно учитывать, что под него нужно делать корпус. Корпус правильно нужно просчитать правильный литраж. Это можно поискать, как делать в интернете, или обратиться к специалистам, которые это уже делают. Точно так же нужен очень хороший усилитель для того, чтобы раскрыть потенциал полностью этого динамика. Также более подробные характеристики и стоимость, точно так же, как каталог усилителей, вы сможете посмотреть на нашем официальном сайте автозвук.ua.